Всем привет! Нам потребуется сладкий перец, огурец, зубчик чеснока, сливочный сыр. Все перемешиваем. Хлеб смазываем также сливочным сыром. На 3 кусочка колбаски выкладываем приготовленную начинку. Сворачиваем пополам. И закручиваем в цветочек. Размещаем на хлеб. Выкладываем цветочки на блюдо. И наша закуска готова. Это получается очень вкусно. Обязательно приготовьте с такой начинкой. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Всем удачи! Всем привет! Огурец нарезаем на длинные полоски. Лаваш смазываем сливочным сыром. Выкладываем полоски огурца слегка внахлёст. Затем выкладываем мясную нарезку, также внахлёст. И брусочки сладкого перца. Закручиваем все в рулетик. Нарезаем на кусочки шириной примерно 1,5 сантиметра. На шпажку нанизываем маслинку, помидорку черри и втыкаем в рулетик. Выкладываем на блюдо, и наша закуска готова. Быстро, вкусно, красиво. Всем удачи! Всем привет! Огурец разрезаем вдоль пополам. И срезаем донышко для устойчивости. Чайной ложкой удаляем сердцевину. И выкладываем сливочный или творожный сыр. Распределяем по всей поверхности. И нарезаем на аккуратненькие треугольнички. Берем шпажку, нанизываем маслинку и красную рыбку. Это у нас будут алые паруса. Втыкаем в огурчик, и у нас получаются вот такие замечательные кораблики. Отправляем их в дальние края на поиски приключений. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Пишите комментарии, буду очень рада. Всем удачи! Всем привет! Нам потребуются отварные кальмары, сыр, 2 яйца, маринованный лучок, укроп. Солим, перчим по вкусу. Добавляем майонез и все перемешиваем. Из приготовленной начинки формируем шарики и выкладываем на крекер. Ложкой делаем небольшие углубления. Посыпаем зеленью, у меня салат фрилес. Украшаем икрой. Берем кукурузные хлопья и втыкаем вокруг. Получается вот такой чудесный аппетитный цветочек. Наша закуска «Цветочная полянка» готова. Оригинально, празднично, очень вкусно. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи, пока-пока!